Шановні глядачі, до вашої уваги пропонується випуск про Катар. Країну, де прямо зараз, прямо зараз, іде чемпіонат світу з футболу. Поговоримо і про футбол, і про те, чим тут живуть, і більш за все, про смачненьку їжу. Я відібрав для вас кілька закладів, які, на мій суб'єктивний погляд, заслуговують на вашу увагу. Буде красиво, яскраво та, головне, смачно. Ну і так вийшло знову, що буде дві частини. Ну не ті дві частини, що в чорних пакетах обмінюють на ладу. Інші частини. Нормальні. Не знімав, блін, що дурний. Катар – це емірат. А емірат – це форма правління ісламської держави, яку очолює емір. А емір – це титул правителя або князя в деяких мусульманських країнах. Згодом емірат фактично трансформувався у державу, що нагадує королівство. Так, в термінах розібрались, тепер більше деталей. Итак, я в Катаре, я в Дохе, за моей спиной часы, которые ведут отчет до начала чемпионата мира. Также можно видеть развивающиеся флаги стран, которые уже квалифицировались. Очень хочется, чтобы одним из этих флагов был флаг Украины. Вы-то уже знаете результаты, я пока еще нет. И я сюда прилетел для того, чтобы показать настоящим болельщикам и тем людям, которые хотят познакомиться с такой страной, как Катар, вкусные места, где можно классно и вкусно поесть. Приятного аппетита! Или, как говорят местные, сахау афья! Надеюсь, я не ругнулся сейчас. Катар – це одна з найбагатших держав світу. Один з найвищих показників ВВП на душу населення. Його там біля 3 мільйонів. І цікаво це тим, що катарців серед них лише 400 тисяч. Тобто катарців у Катарі лише трохи більше 13% від усього населення. Місцевими вважаються особи, які проживали в країні з 1930 року, а також їхні нащадки. І при цьому ніяких вам лозунгів «Катар для катарців» і «Здаємо хати лише мусульманам». Далі буде ще трохи Вікіпедії, але поки пішли одразу на кухню. Національна кухня Катару – мікс арабських та індійських страв. В країні майже немає власних продуктів, їх переважно імпортують. Ресторани традиційної кухні в Дохі пропонують гостям іранський плов, індійські бір'яні, ліванську долму і все, що можна спробувати в інших країнах Близького Сходу. Ці страви так міцно увійшли до катарського побуту, що вже вважаються місцевими. Я шукав традиційний катарський сніданок, то мене одразу відправили до місцевої матусі сніданків в кафе під назвою «Шаяль Шумос». Власницю звуть Шамс, її знають всі в Катарі. І багато хто далеко за його кордонами. Зірки, шейхи, футболісти – Шамс вже ніхто не здивує. Ви навіть можете побачити її в документальному фільмі, що пропонується до перегляду у літаках катарських авіаліній. І в кафе при цьому нема нічого особливого, лише звичайні місцеві сніданки і дуже теплий сервіс. Дуже, звісно, цікаво. Вона прийшла. Вот все проконтролировала, все рассказала, принесла лично мне еще одно блюдо. Включила вот эту отгонялку для мух, все проверила, мух отогнала. Сразу видно, что это человеку нравится, это ее работа, она от этого получает удовольствие. Она должна все знать и все контролировать. Ну давайте. У нас здесь пир на весь мир, все принесли. Начиная от макарон с курицей, я так понимаю... Біалале, про який каже Шамс, це локшина, вимочена і обсмажена з цукром, корицею, шафраном і кардамоном. Катарці їдять її і на сніданок, або просто на десерт. А під час ісламських свят Курбан-Байрам подається як перша трапеза дня. Тобто виходить, що це і щоденна, і святкова страва одночасно. Білалит. Yeah. Білалит. What is it? Бачилля. Бачилля? Yeah. Это фасоль. No, бачилля. Хорошо, это не фасоль, это бачила. Фасоль, но. Это не фасоль? Но. А, все это... так. Шумиля, а? This is шумиля. Шумиля? Шумиля, я. Но вот это вот шумила, как мне сказали, это, собственно, фишка этого заведения. Вот эти лепешки, которые любят все, члены королевской семьи сюда приходят и заказывают такие лепешки. Это яйцо, это... Is it egg inside? Egg? Yeah, sweet. Sweet. Very nice.
Ой, так это сладкое. Nice. Да, это сладкое. Yeah. Я думал, что это яйцо внутри, а это не яйцо. А что это такое? Это макароны тут есть, да? Сладкие макароны. Ну, макароны. Ну, макароны. А что вот это? This is. Yeah. Макароны. No, beloved. Спагетти. No. Нет, лапша. No. Ну, это детская мечта. Вот сладкие, сладкие короны. Просто чтоб не услышала. И сладенькая, очень сладкая лепешка. This is банка. Банка. Ууу, как пахнет. Банка. Банка. Банка, я. Name банка. Or same-same focus. Okay. Same-same. Yes. Шамс відома ще тим, що вона була першою жінкою в Катарі, яка відкрила свій ресторан. Перша на всю країну. Так, в Катарі, як і в багатьох інших арабських країнах, непрості, м'яко кажучи, відносини з правами жінок. І Шамс – одна з тих, хто змінює цей світ. Заведення спеціалізується на завтраках, тому тут у мене, от я бачу тільки 3 або 4 навіть варіанти яєць. Тут от таке, що у мене є яйцо перемішане, знаєте. Зараз спробую я його. Карри. Вот прям такая индийская яичница. Индийский омлет. Есть еще грибы. Хорошая история. Сейчас попробую, что вот это. Омлет потрясающий. И это сыр сверху. Вот это никакой не йогурт, не майонез, тем более. Хорошо, такой расплавленный сыр. Вот срок дружба, помните? Те, которые постарше. Вот его еще расплавить и сверху полить, чтобы вы понимали, как это и что это по вкусу. Я понимаю, почему на завтрак специализируется. Очень вкусные яйца. Так, а это у нас яичница. Глазунья, 3 яйца, зеленюшка, а внизу... Ух, внизу сколько помидор. Смотрите, там целая поддушка вот из одеяла целая внизу. Смотрите, сколько. Класс, а ну сейчас... Я вот люблю такую яичницу, она перченая. Постоянно ее, конечно, вот ты не съешь. Такое огромное количество этих сладких, классных помидоров. Ой, да мой фаворит прям. Так, ну з яйцями все зрозуміло. Їх тут готують на будь-який манер, експериментують з усім на світі. Мені здається, мені зараз винесли усе меню одразу. Тому залишу місце для чогось більш незвичного, ніж омлет. Я хочу перейти вот к этим лепешкам. Попробовать сейчас катарскую пиццу. Как мне сказали, это пицца по-катарски. Так. Очень легко она достаточно рвется, несмотря на то, что здесь такие плотные края. И кажется, что она вся сухая. Нет. Дальше она уже очень спокойно отрывается. Это пицца по-катарски. С виду очень похоже, что это веганская какая-то история. Мяса здесь, наверное, нет. Вот я вижу зелень, морковка натертая. Вообще это похоже на блин. Вот большой блин сделали, и на этот блин уже дальше натерли морковку, бросили зелень, что здесь еще, помидоры есть, я вижу, и сверху это посыпали сыром. Вот это вот сыр, ну это отчетливо. Мясо я здесь не вижу. Здесь мяса нет. Отчетливо слышна морковка, помидоры. И это, знаете, это даже не похоже на пиццу. А это вот какой-то десерт для меня. За счет вот этого теста сладкого. Оно очень сладкое. Такое ощущение, что это прям десерт. Особенно, когда вот в детстве ты, вы все наверняка ели морковку, натертую на терке, с сахаром. Вот здесь один в один. Что вот это вот за фарш? Такая себе болоньеза без макарон. Это можно, знаете, что сделать? Вот сейчас пробуем прям завернуть это в лаваш. Вообще сейчас сделаем себе такую местную шаурму. Мясо перченое, много его, наверное, не надо. Здесь, наверное, есть еще и паприка. Нет, это не паприка, это помидор. Но оно такое ядрененькое. Ядрененькое мясо. Нут. Фасоль. Ну давайте уже. Все, что есть, все мы сюда сейчас и завернем. Заворачиваю я свой конструктор. Делаем вот такой конверт. Так
такой себе мастер по изготовлению шаурмы, я, если честно. Но мне так хочется попробовать все, что оно здесь есть, все это перемешать, завернуть в лаваш. А это ничего. Это ничего. При том, что по отдельности много я бы, например, не съел ту же фасоль. Но здесь, в этом комбайне, оно очень неплохо смотрится. Мне вот не хватает, мне не хватает свежих овощей сюда. Вот прям не хватает огурца какого-то, не хватает лука зеленого. Потому что еда достаточно простая. Яйца, лепешки, фарш. И сюда вот хочется, хочется вот этого свежего чего-то. Огурца вот сочного, вкусного, который пахнет. Лучка зеленого. Оно все там есть. Там зеленушкой посыпали и пиццу по-катарски. И вот эти лепешки тоже, они все посыпаны зеленью. Но пучка вот этого большой тарелки с овощами прям очень не хватает. Она просится сюда вот так положить. И все, это реально где-то в деревне. Классно, вкусно ешь. Завтрак, светит солнце. Ветерок вот так гуляет, потому что здесь такой сквознячок. Похоже это на... Я когда вот только вынесли это, я посмотрел издалека. Думаю, ну... Чернослив в шоколаде, в молочном шоколаде, мне так захотелось сладенького. Нет, это фасоль. Вот это фасоль, которая, если берешь ее поближе, она вообще похожа на мидию. Так, это обычная фасоль, хотя вот женщина, она была против, говорит, это не фасоль, это другое. Якщо вам раптом буде мало солодкого після основних страв, то рекомендую також і цей десерт. Він дуже смачний. Знаєте, це як нуга з реклами про Марс або Снікерс. Ну це прям, якщо ти ось любиш солодке, ти маєш це спробувати. Це клас, це файно, це неймовірно, це ай-яй-яй. Вообще, конечно, это место ідеально для сладкоежек, потому что здесь даже макароны сладкие с курицей. Вот это вот тесто, оно очень сладкое. Плюс вот этот вот десерт. Давайте так, можно заказать много здесь. Вот нам вынесли здесь, заполнили стол всевозможными блюдами. Но я вам скажу, то, что мне понравилось больше всего, мои фавориты. Это вот этот вот омлет с томатами и сыром. Обязательно. Дальше. Глазунья тоже с томатами. Очень классно, очень вкусно. И еще, что мне понравилось, лепешка. И, конечно же, вот эта вот лепешка, которая является визитной карточкой. Если вам будет недостаточно сладкого, конечно же, обязательно, 100%. Домашний ирис с фисташками. И если вам не понравится, можете бросить в меня вот этой тарелкой свой адрес, и я напишу в описании. Почему это место заслуживает вашего внимания? Во-первых, потому что красивая есть легенда, красивая история. Это место, которое открыла женщина. Первое место здесь в Дохе и в Катаре, я думаю. Второе. Сюда любят приходить члены королевской семьи. Вчера мы видели здесь шейха, который вот сидел за столом и просто так вот ел такие же лепешки, которые ем сегодня я. И третье. Здесь действительно вкусные завтраки. И еще не повторяйте моих ошибок, не заказывайте много. Потому что порции здесь большие, но вот сами гляньте. Три яйца, здесь еще и фасоль. И все очень сытно. Вам достаточно будет два блюда. Ну, в зависимости от того, насколько вы голодны, конечно. Альсук, район, де розташована ця точка, це такий собі історичний центр Дохи, який завжди був торговельним. Тому і розташований безпосередньо біля берега, щоб човни мали сюди легкий доступ. Зараз тут купа кафе та ресторанів, а центральною будівлею є сук Вагів. Місце, де продають традиційний одяг, спеції, вироби ручної роботи та сувеніри. І де точно побуває кожен турист, бо не така вже й велика та Доха. Наступний заклад підійде тим, хто заробляє десь на рівні Мессі чи Кріштіану Роналду. Ну, наприклад, продавці генераторів та пауербенків в Україні цієї осені. Тримаймося, українці! Вже скоро ми будемо зі світлом і без них. Отих. Так. Этот ресторан уже, конечно, дороже, чем все предыдущие, которые я вам показывал. Тут сразу видно дорого-богато. Красивый интерьер. Все символично. Интерьер подчеркивает ту страну, в которой мы находимся. Такой маленький Катар.
цвет кресел, скатерть, значит, стены – это пустыня. И за моей спиной, видите, вот эти волны? Как в пустыне, на барханах, когда ветер дует в разные стороны. Вот если бывали в пустыне, вы поймете, о чем идет речь. Также хочу обратить внимание ваше на вот эти кружочки, которые вот там вот нанизаны на лесочку. Это у нас жемчуг. Они олицетворяют собой жемчуг. Это Сваровски. Каждый вот такой маленький кусочек стоит 1 евро. Как вы думаете, сколько здесь вот таких кусочков? 4 миллиона. 4 миллиона по 1 евро. Это сколько? Правильно, 6 миллионов. А почему 6? А потому что сметой занимался наш человек. Все красиво, по фэн-шую. А, где я нарушил? Нарушил его схему. Все должно быть четко. Интересно. Вот из-за этих пряностей чувствуется нотка востока. Вот прям, как будто на каком-то рынке нахожусь, и вот этот запах сразу бьет нос. Классная, классная история. Все, забирайте у меня подальше этот хлеб, я его сейчас весь съем. Так вкусно. А что если вот с этим еще? Очень интересно. Вот я нахожусь в Катаре. Это восточная страна. Шеф француз. А принесли мне блюдо. Я смотрю на эту рыбу, и как она приготовлена, и на подачу, собственно, этой рыбы. У меня в первую очередь ассоциация, что это какое-то азиатское блюдо. Я смотрю на вот эти треугольнички, которые мне принесли тоже. Но это для меня это Азия. Хоть это и похоже на шляпу барона Мюнхгаузена. Интересно, вот здесь, вот это блюдо, мне вообще это какое-то зожное блюдо, вот когда приходишь в эти красивые инстаграмные кафе, где сидят молодые люди, модно одетые, вот они вот едят вот такие блюда. Тоже очень интересно. Все настолько разное, что, даже непонятно, где я. Вот на секунду, если посмотреть, то у меня спроси, где ты находишься, я не сразу отвечу. Я вообще никогда не скажу, что я в Катаре. Еще что-то. Так, вот этого я боюсь всегда. Шуба из Бачевских. Вау, вот это интересно, напитки уже пошли. Хотел спросить, алкогольный нет, но тут я уже вспомнил, что я в Катаре. Ой, смотри, как интересно, глянь, круто. Ой-ой-ой-ой, посмотрите. Обожаю огромные куски льда всегда в бокалах, но здесь прям переплюнули, я такого не видел. Лед круглой формы, и внутри еще там зеленушечка у нас. Рыбка нравится. Красивая такая. Сейчас попробую. Кусочек. У меня полное ощущение, что это какой-то азиатский стиль. Очень интересно. Рыба как рыба. Вкусная. У меня обращаю внимание на вот эту подушку, которая внизу. На вот это пюре. Очень интересно оно сделано. Тоже зеленый вот соус. Кисленько. Очень много у них используются томаты, практически везде. Не могу сказать, что мне это не нравится, это классно. Вообще здесь вкусно. Так, я совсем забыл про свое главное развлечение за этим столом. Это вот этот кругляшек. Ох, интересный такой вкус. Знаете, вот как прям вкус копчения здесь. Будто с дымком. Грейпфрут однозначно чувствуется, но... Очень классно. Вот с дымком, грейпфрут с дымком. Прикольная штука. Будете здесь, а вы будете. Вы ходите по моим этим косолапым шашкам. Закажите вот этот коктейль. Я прям еще один захотел такой. Шейха никакого нет?
По запаху похоже на осьминога. Такое плотное. Да, на осьминога очень похоже. Угу. Ну, как будто осьминог. Интересно. Такой более мягкий. Чуть-чуть мягче, чем осьминог. А я первый раз такой ем. И мне нравится. Понятно, почему здесь много овощей. Потому что без овощей вот этот вот, эта рыба, этот моллюск, он суховатый. Однозначно и 100%. Все вместе это прекрасно. Еще один кусочек и переходим к основному блюду. Это еще не основное блюдо. Дальше больше. Лишний раз убеждаюсь в том, что тут намешана разная кухня. И вот даже сейчас мне принесли, даже обратите внимание на блюда, в которых они все разные, все абсолютно. Здесь тоже вот креветки я вижу с кокосовой стружкой, какой-то соус, может даже это острый. Это, как по мне, это чистая Азия. Вот он, немножко Востока добавили, рис, плов. Здесь еще что ли виноград какой-то или что? Вот виноград да порезали, я вижу, какие-то сухофрукты. Разберемся чуть попозже. А вот это вот как наша сковородка. Мясо, морковка, овощи разные, баклажан, грибы есть. Так, креветка. Давайте попробуем креветку. Она, фух, очищена, потому что я не люблю. Вот, в некоторых местах приносят тебе креветку, она, тебе нужно сидеть, она вся жирная, она вся в масле, тебе нужно вот так вот ее еще полностью очищать. Здесь ее наполовину очистили, в принципе, этого хватает, чтобы ее достать оттуда. А хвост остался в руке. Поехали! Азиатская вот креветка, карри. Хорошая. Не сильно острая. Точнее, даже вообще не острая. Вот сладковатый такой соус. Интересно, вместе с коконатом. Это кокос, кто не знает. Но нас смотрят очень многие люди, которые ходят по клубам, и они прекрасно знают, что такое кокос. Так, ладно. Креветки. Хорошо. Вы знаете, хорошо. Мясо. Вот это обманчиво, конечно, сверху. Это похоже на свинину. Но какая здесь свинина? Свинины здесь быть не может. Я думаю, что это курица. Курица с овощами гриль. Есть ли картошка? Я пока картошку... Вот картошки я не вижу. Вот мне, наверное, сюда бы очень хотелось картошку. А, есть картошка. Вот я сейчас понял. Я увидел кусочек картошки. Прям обрадовался. Картошечка. Есть она. Все развалилось. Правда, у меня красота на вилке. Но ничего. Главное, что я нашел картошку. Это намного важнее. Поехали. Да, это курица. Да, это картошка. Да, это кабачок. Спасибо, это был фудблогер Андрюша. Следующий выпуск я расскажу вам про рагу. Для меня вот это блюдо вообще неожиданно для этого ресторана. Но в то же время это очень прикольно, потому что они не зацикливаются на каких-то маленьких вот мишленовских порциях. Нет, тут есть как и маленькие вот эти а-ля мишленовские, ну и не все мы знаем высокую кухню, вот эти маленькие там блюдца, маленькие порции. Это есть. Но и в то же время здесь есть большие вот такие сковородки, где просто пожарено мясо, просто с овощами. Добавлен туда хлеб, соус. И это так классно. То есть ты можешь здесь найти то, что нравится тебе. Любишь ты креветки? Любишь более азиатское? Пожалуйста. Любишь какой-то сладкий рис? Вот тебе. Хочешь просто мясо по-домашнему? Вот же. Получаешь, что хочешь. Этим мне это и нравится. И в то же время так очень правильно все сделано, потому что есть вот когда разношерстное блюдо в ресторанах, это выглядит наляписто и по-жлобски. Ну, иными словами, когда ты приходишь в пиццерию, у тебя там и пицца, и суши, и мясо, и все что угодно. Здесь это вот как-то по-правильному сделано. Это правильно интегрировали. И за это браво. Якщо французький шеф, да? Браво! Браво, месьє! Ще трохи про Катар. Чого ж вони такі заможні посеред пустелі, спитаєте ви? А, звісно ж, природні ресурси. Катар займає третє місце у світі по запасам газу. Тобто першими йдуть США, потім якась агресивна країна, яка вирішила напасти на іншу красиву країну, незалежну, неймовірну, ну ви зрозуміли хто, а потім і Катар.
І Катар вибрав шлях, де ці гроші йдуть на розвиток країни, на створення її привабливого іміджу в світі, а не на ракети, які запускають в інших людей. Уявляєте? А потім ще й додалась нафта. І взагалі все поїхало як по маслу. Але, звісно, не лише ресурсами там займаються. Є торгівля, банківська справа, видобуток перлів, ювелірка, ткацтво, скотарство, рибальство, фініководство, верблюдівництво та оазове землеробство. Отакі ще терміни є в Катарі. Коротше, це приклад, як з однією золотою жилою можна посилити інші свої сторони. І такий вектор розвитку країни – головна причина тому, що зараз чемпіонат світу з футболу проходить саме в Катарі. Вона і Зеп Блаттер. Коли Катар виборов право на проведення чемпіонату, то вся країна святкувала так, ніби вони щойно вже виграли турнір. В країні почалася наймасштабніша і найдорожча будівельна кампанія. За приблизними підрахунками, в проект вкладено 200 мільярдів доларів. І це офіційно найдорожчий чемпіонат ever. Аеропорти, метро, готелі і, звісно, стадіони. 7 із 8 стадіонів будували з нуля. І це один з них – Рас Абу Абуд, або стадіон 974. Так він називається, бо побудований із 974 вантажних контейнерів і є тимчасовим. Він буде повністю розібраний після чемпіонату, а будівельні матеріали будуть повторно використані для інших проєктів. Для подолання спеки катарці зобов'язалися оснастити стадіони системами охолодження повітря, що підтримують температуру не вище 27 градусів Цельсію. І важлива інфа – алкоголь на час турніру можна придбати не лише в готелях, а й в спеціальних фан-зонах та на стадіонах до та після матчів. А от на трибуни з пивком вже не можна. Потерпи, друже. Але будьте готові, що пиво буде коштувати не менше 10 баксів. Не обійшлося і без скандалів. В 2015 році вибухнув найбільший в історії FIFA корупційний скандал. Швейцарська влада заарештувала кількох високопосадовців FIFA за звинуваченням у корупції. Звинувачення припускало підкуп при призначенні проведення чемпіонатів світу в Південній Африці в 2010 році, Росії в 2018 та Катарі. Як би там не було, чемпіонат вже тут. І багато мільйонів вболівальників вирішили відвідати це футбольне свято. І якщо ви один з них, ось вам ще одна підказка, де смачно поїсти. Якщо вам здається, що в Катарі загалом дорого, то вам не здається. Але якщо знати, куди йти, то можна нормально пропетлять. Еще хочу показать вам одно очень классное место здесь, в Дохе, где можно очень вкусно поесть. Самое главное, что бесплатно. Это когда вы идете по отелю, и тут бац, и вот так вот. Что у нас сегодня? Meal of the day. Сегодня чикен карри и еще какой-то крем-суп. Чувствуются нотки туристов из Нидерландов. Вы спросите, как я догадался, а лучше вам этого не знать. А теперь свой номер. Це були приколи за 300, а тепер по справі. Недалеко від того самого Сук Вагів ввечері відкривається риночок вуличної їжі. Впевнений, що під час чемпіонату світу він перетворився на гіганта. Але зазвичай він такий тихий і затишний. Вот это место, которое я хочу вам сейчас показать, это стрітфуд. Сюда можно прийти вечером, взять себе какой-то еды домашней, посидеть на лавочке на этой площади и спокойно это все поесть. Сюда приходят семьи с детьми. А сами местные называют вот это женским рынком, потому что здесь продают все исключительно женщины, и встретить мужчину, который здесь что-то продает, нереально, невозможно, это no. Hello. Hi. What can you recommend? We have haris. Haris. Madroba. Madroba. Marbuga. Biryani. This chicken biryani. And with chicken. Окей, okay, well, I want to try this. Мені, наприклад, таке дуже подобається. Я не брезгливий в цьому плані. Я можу спокійно поїсти на вулицях. Це рис. Рис з курицею. А what about this? This madroba. Madroba. Із карі. Дуже цікаво. Смотрите, фольга зверху. Я так розумію, щоб не остывало. Да, традиційно. О, так це можна з рисом. От,
Достаточно жидкая такая история. Прям такое индийское. Спайси. Вот это мне нравится. I like this. And rice. One rice and one this. This box 15 and the bigger one 20. Where is 10? 10. Вот градация. Можно взять себе маленькую порцию, среднюю и большую. Я беру себе среднюю. 15. Локація максимально народна. Просто душевна і по-домашньому. Їхати зовсім не хочеться. Пластикові ложечки, одноразові контейнери, лавочка і зоряне небо. При цьому публіка абсолютно різноманітна. Від робітників із сусідніх країн до бізнесменів і шейхів. Всі рівні біля столика з карі. Yes. Try this one. This is the most popular. This one? Yeah. Okay, so I want maybe, to maybe you try it. No, I want to try this. This and for me popular. Are you friends? No. Oh, I just came because it's very okay, come on, you should try this. I think it's very good. Finish. It's finished. I told you because this is the most popular. Where can I find it? I don't know, I'm looking for it. Okay. Очень интересно. Подошла девушка и сказала, что я должен был попробовать вот это блюдо, но уже оно закончилось, и она тоже ищет его. Do you usually eat here in this place? No, no. Why? No. Al-Wakra, there is another city, and they have this kind of traditional food. Food? Yes. What about this place? Is it popular? It is very yes? popular. Do local people eat here, or only tourists, or local people? A lot of local people. All the people with abaya, the black things are local. Why is it popular? How do you think? It's cheaper. Cheaper. Yeah, and the food is homemade. Do you want to see tourists from all the world? I just saw you. I'm just small part of this tourist, of this amount of tourists. Okay, thank you very much, Shukra. Thank you. Очень классно. Видите, подошла девушка и рассказала мне, что нужно заказывать, что это оказывается очень популярное место. All the best, all your briefing very nice. Okay, thank you very much. What? Друг у меня уже здесь образовался. Что из этого следует? Это место классное для того, чтобы заводить новые знакомства. Вот я подошел, у меня уже есть здесь новые друзья. И это при том, что здесь еще нет алкоголя. И если был бы алкоголь, я бы уже ребенка этого человека завтра крестил. Повезло ему, что здесь нет алкоголя. Очень интересно, я бы вот это блюдо... Я бы его отдельно, я его не представляю, как можно есть его отдельно. Я его сейчас добавлю в рис, с этим расчетом я и брал. Я хочу это добавить в рис, который мне показался суховатым, но если добавить в него вот это, потому что это для меня больше, наверное, как приправа какая-то. Потому что мне это напоминает вот прям подливку, которая идеально будет сочетаться с моим рисом. Я что-то так решил. Вот я это сейчас перемешаю и сейчас скажу вам, прав я? Или я полный балбес и ничего в этом не понимаю? Ну здорово же. Но оказывается, что-то я могу себя в головешке там провернуть. Класс! Зачем вы берете? Зачем? Как это отдельно можно? Во-первых, оно очень жидкое. И оно очень перченое. Его куда-то добавить в какое-то блюдо, вот, например, его использовать как соус для мяса, шикарно. С рисом, ну вообще бомба. Слушайте, это так классно, это так вкусно. Понятно, это все еще атмосферно. По-другому воспринимается. Сидел бы я сейчас в ресторане, заказал бы и рис, и вот эту подливу, я бы, наверное, так бы не кайфовал, как сейчас. А мне здесь круто. Люди местные, минимум туристов, во всяком случае пока, когда будет чемпионат мира, я думаю, здесь будет полно. Вся будет площадь это занята. Так вообще сложилось, что многие из нас не сильно доверяют таким местам, я имею в виду, где можно купить на улице уже приготовленную еду. Хотя очень даже зря, сколько мест в мире, где я побывал, где такие классные есть рынки, вечерние, дневные, где можно очень вкусно поесть и дешево. Ну, скажем так, не очень дешево, но намного дешевле, чем в ресторанах. Сразу вспоминается Марракеш, центральный рынок, вот этот, который на площади. Танзании, Занзибар, какой классный рынок, где можно съесть свежайшие морепродукты. И можно вспоминать и вспоминать такие места. Но многие почему-то обходят их стороной. Брезгуют, или как это еще назвать. Мол, мы не видим, как они это все готовят, в каких условиях. Слушайте, да мы не знаем, в каких условиях готовят в ресторанах. Нас же не пускают на кухню, мы же не контролируем все, поэтому нужно просто расслабиться. Здесь стоят приятные девушки. Тем более мы находимся в такой стране, где, мне кажется, за этим всем очень сильно следят.
Здесь совершенно по-другому воспитаны. Здесь не можно, не делают, ну я в всяком случае так хочу верить, что здесь не делают на тяп-ляп. Поэтому я полностью доверяю. И мне, например, это очень вкусно. Я вообще не думаю, как это готовилось, какими руками это брали, куда это... Я даже об этом не думаю, не нужно. Причем такие два больших куска курицы. Все это меньше $8 обошлось. Для бюджетного туриста, как бы сказали сейчас в одной из очень популярных туристических программ, которая уже давно выходит, и дай бог ей выходить еще долгие годы. Плюс атмосферно. Я уже даже сейчас представляю, как здесь будет классно, когда со всего мира приедут туристы на чемпионат мира. Я думаю, что будет разрастаться это местечко. Будет намного больше вот женщин, которые продают еду. Что-то мне так кажется. Здесь бы, конечно, открыть точку, где из-под полы продавать пиво. Месяц. Мне дольше не надо. Я за месяц. Я могу себе уже купить квартиру где-то в Токио. Двухэтажную, в самом центре. С видом на вот этот перекресток. Смотрите, как прикольно. Подошел ко мне парень, начал подметать все, чтобы было чисто. У меня там ложка риса упала, сразу же это все убрал. Приятные такі моменти. Про Катар загалом можна сказати так. Якщо у 1997 році у компанії Qatar Airways було всього 4 літаки, то зараз це офіційно найкращі авіалінії світу. Що стосується кухні, то річ у тому, що і без того не дуже яскраво виражені кулінарні традиції Катару зараз практично повністю витіснили вихідці з інших країн, які приїжджають сюди та відкривають свої національні ресторани. Тому вам, напевно, більше будуть траплятися на очі ресторани індійської, Пакистану, іранської, арабської кухні, а також європейські заклади. Але якщо захотіти, то ви зможете відчути цю культуру і цей смак. Сподіваюсь, вам прийшовся по душі мій вклад у те, щоб вам це вдалося. Підпишіться на канал, це допомагає мені продовжувати робити те, що я роблю. До зустрічі!